Приветствую вас, на своем YouTube-канале Love Parfum, с вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог, и добро пожаловать в четвертую часть игры «Восьмое чувство» от интернет-магазина парфюмерии и косметики rendezvous.ru, вторая часть. Перед началом видео, конечно же, вам покажу коробочку, что я ее не вскрывал, потому что основные условия конкурса – не вскрывать коробку до записи этого видео. Ну и, конечно же, друзья, подпишитесь на мой YouTube-канал перед началом видео и на YouTube-канал rendezvous.ru. Постараюсь, как всегда, записать видео быстро, коротко. Чем меньше слов, тем дешевле Телеграм, как говорится. Номер два. Правило 5 очень мелко написано. Воспользуемся моими окулярами. Так, что у нас тут пишут-то? В новый тур перешли 32 участника, которые были разделены на пары, исходя из количества набранных баллов в предыдущем туре. Ваша цель остается прежней – набрать больше баллов, чем ваш текущий оппонент. Помните, что это игра, продолжайте играть с удовольствием. Напоминаю правила игры, перед вами аромабокс с таинственными ароматами. Вам нужно познакомиться с ними, поделиться впечатлениями и ответить на следующие вопросы. Какие самые яркие ноты вы чувствуете в данном аромате? Рекомендую мне распыляться по нотам. Чем меньше ложных предложений, тем выше будет балл за каждую угаданную ноту. Но, конечно же, мы не вправе вас ограничивать. Попытайтесь определить, к каким категориям относится каждый аромат. Масс-маркет, люкс, ниша. О, винтаж. Интересно. По-моему, в прошлом не было такого. Еще винтажа тут нам не хватало. Опишите свои ощущения и ассоциации, вызванные каждым ароматом. Полет фантазии приветствуется и будет оценен жюри. Ну, давайте хотя бы полетаем тогда, что ли. Попробуй назвать бренд или угадать название аромата. Начиная описывать аромат, назовите его номер, указанный на пробнике. Постарайтесь ответить на все вышеуказанные вопросы максимально емко. На основании ответа будут подведены итоги и объявлены победители игры. Желаем удачи. Вот это вот тут у нас что получается. Угу. Масс-маркет, люкс, ниша. Так, ну тут все по порядку, в принципе. Давайте начнем. Не будем тянуть кота за хвост. Четвертый сезон. Ох ты как. Вот так вот. По красоте. По красоте все беленькие такие и один желтенький. Ну давайте аромат под номером один. Вот первый бокс был очень простой. Интересно, что же будет во втором. Либо будет все так же просто, либо будет все очень на самом деле сложно. Тут одно из двух. Ну тут как бы что тянуть? Знаешь аромат, говори, не знаешь. Ну и все тогда. Игра окончена. Ну, это очень знакомо. Банально и просто, по-моему. Это молекула. Я могу ошибаться, но Айсой супер. Такой андеграундный аромат. Парфюмерия. Я бы сказал, такая космическая. Ароматы будущего. Я могу ошибаться, потому что... Ну, как всегда, да, я не знаю, есть какие-то клоны, там, арабские, шмапские, всякие разные. Ниша, молекула, 0,1, не знаю. Ну, а смотрите, как сделан, 0,1 блоттер и 0,1 молекула. По-моему, это просто чистая вообще молекула, это, по-моему, даже не... Не-не-не-не-не. Не эксцентрик. Но я долго гадать ходить не буду, говорю, что это он. Так, что у нас там дальше-то еще было, да? А, Ниша сказал, ну, ценника вы все знаете на нее. Подойдет абсолютно всем мужчинам, женщинам, в офис отлично будет. Для тех, кто что-то любит такое интимное, тонкое, нежное, мускусное,
для тех, кто не хочет заявлять о себе, да, для тех, кто ищет такие ароматы, не кричащие, чтобы вот лишь бы я кайфовала, или я кайфовал один, и все, и больше никому. Но молекула, она имеет такой аспект, как то исчезнет, то появится. Так, номер один. Ну, давайте останемся. Ну, потом еще, может быть, пробежимся, не знаю, посмотрим, как дела пойдут. Аромат под номером два, сэмпл номер два. Ниш, смотри, положи-ка. Ну, это что-то уже такое был где-то. Опять что-то такое молекулярное. Опять, типа, знаете, Жульетта с пистолетом. Вот это вот липстик, либо овердос. Не совсем его помню, как он пахнет. Как он, аромат без названия у Джульетты с пистолетом? Потому что здесь больше ничего не приходит. Опять очень тихий, очень мускусный, очень тонкий, нежный, как, короче, товарищ вот первый, да, как молекула. В молекуле такого не помню. Но это опять-таки очень молекулярное, опять-таки синтетическое, ничего натурального. Аромат без аромата. Даже, наверное, не овердос. Короче, буду склоняться, что это Джульетта, потому что я, ну, много таких ароматов, есть все это ниша. Опять-таки, для тех, кто не хочет о себе заявлять, на каждый день в офис основная нота мускуса прослушивается очень яркая, очень такая насыщенная. Больше ничего не слышу здесь. Легкий, утонченный. Унисекс. Аромат номер три. Вот эти, когда пишут винтаж или масс-маркет, или и если сюда ничего из этого не положат, зачем это писать, зачем путать? Аромат под номером три, но это действительно очень сложно, потому что я не помню такого. Пока что. Надо ему дать раскрыться. Очень что-то такое цветочное, нежное, мыльное, мыльно-рыльное. Мылом пахнет. То есть это девушка в душ пошла, после нее такой вот остается этот шлейф, флер. Пар, вот это все дело. Интимный, тонкий, мне кажется, это женский. Но здесь может быть все, что угодно. Ну, кроме, наверное, ниши. Не знаю, надо к нему вернуться, потому что пока вот полет фантазии, девушка из душа вышла. Такая голенькая. Полотенчиком прикрылась. Вот. Под номером три вопрос. Ну, я потом сейчас... Ух ты, ручка-то почему не включилась? Я потом еще сейчас побегу. Так, молекулу напишем пока что. Тут Жульетта. Ну, это сейчас куча молекулярных ароматов. Хоть что вообще может быть. А тут таки он эксперт там, в люксе. Давай, конечно, ему положим. Понятно. Ну да, тут второй сразу хочу сказать очень сложный, потому что я не знаю, что это за аромат уже, по номеру 4 даже, у меня уже сразу все. Очень тихо, очень, опять-таки, нечитабельно, непонятно, что это такое. Короче, тут даже фантазия никакая не разворачивается, не знаю, вообще, вообще просто ничего не разворачивается. Такое бывает, не знаю почему, хотя бокс лежал давно у меня. Может быть, я сейчас по второму кругу пойду и его, короче, определю. Пока что вообще no name. Так, аромат под номером 5. Сейчас тот, кто, наверное, эксперт в нише, на коне такой радуется. О, я все знаю, я все угадаю.
Это что-то очень сладенькое, такое тонкое, нежное, напоминающее вот какие-то, знаете, такие экзотические фрукты, то есть прогулка по пляжу, вот эти вот какие-нибудь пиноколада, свежие такие вот фрукты, только что сорванные, порезанные, солнышко, пляж, море. Короче, кайфовый аромат, склоняюсь, что это что-то женское. Женская ниша какая-то. Опять-таки, манго может быть какой-нибудь здесь. Маракуйя. Немножко цветов положили. Но вообще фрукты. Сладкофруктовый. Типа манго скин, короче, сильно похож. Ниша пускай будет. Так, женская ниша. Что-то из манго. Так. Я хотел свои бутеры взять, у меня свои есть. Привычка дурная. Так, аромат под номером 5. Ну, ой, 6 уже, да? Уже 6, нифига, как быстро мы прошлись. Но пока как-то мало что знакомо, кроме первого. Направление, по крайней мере, молекулярное. Так, аромат под номером 6. Вот этот вот очень такой яркий, насыщенный аромат. Очень похож на люксовое звучание. Пускай это будет люкс. Свежий, цитрусовый. Что-то с мандарином, с бергамотом, с нейроли, возможно. Немножко что-то присутствует древесное. Здесь какой-то такой мужской прям люкс банальный, простой. Либо как вот эти вот нишевые ароматы. Есть какие-то там парфам де марли, вот всякие такие сидлы и прочие, которые очень сильно похожи на люксовые ароматы. Вообще сильно похожи на мужской люкс. Что за аромат, назвать не могу пока тоже. Вот этот вот, по крайней мере, знакомый. Или какой-то аджмал, вот этот вот арабский, который я вообще не люблю, который не различаю. Но здесь вот стандартный мужской люкс, ничего другого. Как бы не прослушиваться. Вот цитрусу назвал и немножко какие-то древесные оттенки. Хотя, может, и ниши даже. Не знаю. Тоже все сложно. Но это более-менее знакомый. Он прям такой очень яркий, очень напористый. Такой классический мужской парфюм, которых тысяча вообще. Так, это номер 6. Так, номер 7. А, номер 7, вот Water. Я, скорее всего, половину из этих ароматов не знаю, не знаком, у меня нет обзоров. Сами посмотрите потом, увидите. Потому что я не все знаю, не все ароматы. Особенно какую-то нишу, какую-нибудь, не какую-то, а какую-нибудь. Но здесь что-то пахнет мылом, таким мужским, дегтярным каким-то. Ну, так, с другой стороны, мне интересно, когда такие ароматы, когда их никто практически не знает, мало кто слышал, мало кто знает. Тоже мыльно-пенный какой-то аромат. Как вот был где-то какой-то из женских, как кто-то из душа вышел. Здесь тоже, ну, мужик после душа. Ничего такого больше на ум не приходит. Но здесь какие-то цветы еще прослушиваются. Может, какой-то из эмуажи, не знаю, что это может быть. Цветочно такой мыльно-пенный, пудровый какой-то аромат немножко. Даже немножко аромат чистоты. Ладно, сейчас еще раз пройдемся, но вообще мрак какой-то. Может, на второй раз что-то придет, какое-то озарение ко мне, но пока его нет. Так, последний аромат под номером 8. Жвачка. Bubblegum. Кожа. Это жевательная резинка с кожей. Это очень красиво. Но опять-таки незнакомо.
немножко каких-то цветов, типа розы. На мой взгляд, это унисекс, но больше такую в женскую сторону, очень сделан красиво. Мне очень интересно, что это за аромат, я бы сам, ну, такой бы с удовольствием поносил. Очень вкусный, очень яркий, очень насыщенный, но мало знаком опять. Потому что здесь интересно так, и что-то клубнично-земляничное, и тут же кожа, и жвачка, все вместе в перемешку. То есть такой аромат для блондинки, но кожа ему дает как бы такое приятное звучание, что как будто бы это и для мужика. То есть что-то из унисекса. Ниша муж какая-нибудь тоже. Аромат по номеру 8. Гурманика. Прям такой гурманский, красивый. Фруктово-кожно-цветочный. Не знаю, ощущение, что бокс полностью с нишей. Ну, сейчас пойдем по второму кругу. Но здесь, кроме молекул, я вообще ничего не могу распознать. И то я удивлюсь, что это будет не молекула. Ну, участников меньше, 34, поэтому как бы так. Все, нос весь в аромате, особенно в последнем. Чувствую, у меня аромат дня будет. Хотя прям конкретно женский. Сюда я уже не помню, что наносил, но давайте едем по второму кругу. Ну, это однозначно молекула. Не знаю, ну, по крайней мере, я так слышу. Пускай будет так. Аромат под номером 2. Какие-нибудь, может быть, Ормон Джейн, вот эти вот все, короче, это мускусные такие молекулярные синтетические ароматы. Ну, пускай будет либо вот аромат без аромата, как он там называется, Жульетта с пистолетом, и у них еще овердос есть, да, второй. Забыл просто. Хотя, может, это он, не он, но в этой, короче, в этой направленности, в этой стезе, может быть, даже если там на фагалитике посмотреть, будет где-то вот приближен к этим ароматам, к молекуле, к двойке, к всяким этим Ормон Джейнам и прочим-прочим. Вот эти молекулы еще есть, кто он там, Pink Molecules, или как он, не Pink, а Zart Parfum. Короче, что-то в этой стороне. Это аромат под номером 2. Аромат под номером 3. Ну, тут гель для душа, не знаю, все. Какой-то аромат чистоты. И опять тоже, ну, пускай будет эта ниша. Никуда он не делся, это по-прежнему какая-то чистота. Что-то типа Байре де Бланша, не знаю. Какие-то кедры стали прослушиваться. Ну, я, по-моему, говорил, что это ниша, да? Я не помню. Короче, аромат чистоты. Опять что-то вот такое молекулярное. Не знаю, почему они сегодня так вот все в ту сторону, но как-то вот то ли соскучился по тем ароматам. Не могу назвать, что это конкретно, но вот примерно вокруг да около. Даже по нотам что-то не могу сообразить, что там такое положили. Так, аромат под номером 4. Вообще никак ничего не могу понять, что это вообще даже близко. Все. Даже вода не помогает. Не знаю, что за номер 4, я вообще сдаюсь. Номер 5. Но в голову ничего не приходит. Либо аромат как-то так раскрывается, либо что. А, ну был типа манговый, да, какой-то такой. Ну, не манго скин, а что-то вот какая-то пародия, что ли, на него. И вообще какая-то, может быть, масс-маркет, дешевка. Но с другой стороны, вот этот опять мускус вот прям по перебору здесь. Чертовски вкусно на старте. Как и у манго скин Вильгельма. А потом так раз и ничего нету.
Удивлюсь ли я это знаю, но это могу знать. Вот эти вот какой? Третий, четвертый, по-моему, мимо. Не знаю, тоже не знаю, не приходит в голову, что это может быть. Так. Что у нас тут? Шесть. Ну, мытый мужик. Какой-нибудь Parfum de Marly, я не знаю, либо люкс какой-то типичный. Таких люксов Boss, Calvin Klein, не знаю, все что угодно может быть. То есть здесь вот такие вот прям люксовые конкретно ноты прослушиваются. Всякие боссовские, лакостовские. Но, скорее всего, какая-то ниша с закосом на люкс. Неинтересный, короче, бокс, потому что ароматы какие-то здесь реально неинтересные. Это тоже. Что за гель для душа? Тоже знаком банально. Какая-то чистота опять. То есть аромат чистоты. Кедр опять какой-то. Очень сильно похоже с каким-то из третьих или четвертых номеров. Тоже банально знакомо прям. Это, ну, более-менее знакомо хотя бы. Возможно, это какой-нибудь бланш, не знаю. Но это что-то из чистоты, блин. Тоже Зарт Парфан. Ну, тут, наверное, позорно, конечно, не угадать. Скорее всего. Потому что это очень... Ну, очень знакомо. Очень вкусно так даже. Какая-то популярная ниша. Не знаю, куда его еще нанести. Ну, скорее всего, после видео ко мне придет озарение, как в прошлой части. О, это же каблучок. А я там же Живанши какую-то гадал. Прочее, прочее. Эти. Не знаю, есть ли здесь кожа, но почему-то мне вот кажется, что кожа. То ли после какого-то из этих ароматов забился нос так, что невозможно угадать, что это такое. Не знаю, ниша, унисекс, но по большей части это женская. Ну, пожалуй, что тянуть кота за хвост, да? Бокс тяжелый, сложный. Посмотрим вместе, но я думаю, что сами посмотрите. И из этих ароматов, скорее всего, на эти ароматы у меня не было вообще даже обзора. И этих ароматов не было, скорее всего, в моей коллекции. Удивлюсь, что какой-то из этих ароматов был. Поэтому игра, как бы она, ну, усложняется. Ну, может, этого и пытались сделать, добиться ребята, которые устраивают конкурс. Скорее всего, так. Ну, вот из всех мне прям очень сильно зашел восьмой. Нужно срочно узнать, что это, потому что аромат дня будет он у меня однозначно сегодня. Хотя же все, что он носил. И что ж так вкусно-то? Такие прям ягодки, ба. Офигенно вкусные. Ну, что-то прям такое узнаваемое, банально. Мне прям покой не дает, это восьмерка. Не могу все равно ее распознать. Хоть уже и весь облился. Что-то такое прям вкусно, офигенно. Ну все, вот такой, друзья, был сегодня за тест. Как бы, когда особо с ароматами не знаком или как-то вот, ну, не понимаешь, чем они вообще пахнут, сложно их описывать, сложно какие-то включать полет фантазий. Ну, то есть, ну, прям реально. Когда некоторые вообще ничем не пахнут, по-моему, четверка. Какие-то банальщины, не знаю, что-то вообще удивлюсь, что, если что-то будет такое сверхъестественное и дорогое. Поэтому, друзья,
Не забудьте поставить этому видео лайк, подписывайтесь на канал мой Love Parfum и подписывайтесь, конечно же, на канал Рандеву. Ну, немножко, честно, расстроен, потому что, ну, что это вообще? Зачем? То есть, ну, не знаю. Это же неинтересно, когда практически никто, наверное, не угадает ароматы. Ну, посмотрим других участников, что они скажут. Все, всем пока, всех обнял.